Так, подошли мы к заливу. Здесь у нас находится горелая пристань. Кто-то сетки там ставит. Прям в центре перекрыл, да? Не знаю. Может, можно. Не знаю. Вот. Вот. Тут у нас находится яхт-клуб. Здесь сюда зимуют. Вот ждут навигацию. Так, самый глубоководный залив в Белом море. Хотели раньше нефтяную базу сделать. Но что-то отдаленно железной дороги. И подумали, сделали под Кандалаши в порту Витина. Вот. Так, выход к Мировому океану. Ну все, водится все. Селедка заходит, тут треска, камбала. Рыбы много, которые водятся. Скаты даже есть там. Морские окуни. Вот. Часто ездим на рыбалку. Летом. 33 километра до моря самого, до открытого. Далековато, столько бензина уходит много, но оно того стоит. Вот. Горело пристань, потому что горело. Тут, кстати, на нее даже заезжали поезда в свое время. Но потом что-то развалился. Вот. Там. Ну, после пожара развалился, все, уже не перестали. Ну, сюда могут любые подойти. Вот у нас Победа, яхты спят. Такой вот у нас белуха, символ, как на гербе. Я зимуют, видишь, сколько много яхт. Чё? Ну яхты, да. Белая ночь, Антур. Вот. Вот белухи у нас тут недалеко, да, вот на базе, в полярном круге. Да. Там это, их содержат. Они на Рубе, они в полярном круге. Да. Ну там рядышком. Вот. Тут. Вот здесь я тонул мелким, меня спасли. Именно вот в этом месте. Мы тут весной на льдинах катались. Вот. И тут под эти за бревна. И что-то льдина упала под этот, как его, переход. Отошла. Я не удержался и упал. И вот в том месте, где веревка. Меня вытащили, страшно было. Парень, мой ровесник, вытащил меня одной рукой. Вот. Потом срым шел до дома, до Ивана. Они меня там одели, что я помню. Так. Уже буква Ч и П, Р отвалилась. Требуется реставрация. Вот льдины как, туда-сюда бы. С приливом, отливами. Поднимаются, ломаются тут щели. Кстати, в щелях тут иногда можно порыбачить. Там тоже глубоко, кстати. Рядом с причалом, со стенкой. Шортовый. Вот такое здание тут. Вот этот, как его, ряж. Переметы, да, ставили? А вот этот ряж не стали сохранять, очень, да, проблематично, да, особо не нужен. Да, из этого года сюда поезда доходили, там остались, кстати, еще рельсы, наверное, или спилили, не знаю. Вот. Глубина большая, здесь рыбачат постоянно летом, на уху, домой. О. Зубатку тут ловится, спирсы. Бывают такие экземпляры, там, ну, как в открытом море там. 5 килограмм там. Селедка тоже вдоль берега идет. Вот здесь сидят тоже рыбаки. Рыбачат. И на комбайнах мелкий. Много крючков. Меня сфотографируют. Ну да. Ну все. Все?
А вдали же завод.